кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Папа за маму. Однажды утром мама собралась в гости к подруге. Сегодня вместо меня будет папа. Ну, а вы тут не шалите. Пока. Пока. А как это папа будет вместо мамы? Он что, оденется в розовое платье и сделает прическу? Папа приготовил для котят их любимые эклеры. Как вкусно! Не то, что манная каша. Хорошо, когда папа за мамой. Как замечательных гусей. Каждый год эти белые... Папа, а тебе разве ничего не надо делать? Раз ты сегодня за маму, то тебе надо приготовить обед, постирать белье и пропылесосить весь дом. Это все мама у нас делает. Ого, ну ладно. Котята включают любимый сериал про пиратов. В это и должен делать настоящий папа. Сегодня папа был совсем как мама. Сегодня все были как мама. Ну тогда я сегодня буду как папа, который обычно приносит что-нибудь вкусненькое. Клубника. Вот так папа и котята немножко побыли за маму. И это у них неплохо получилось. Но все были ужасно рады, когда мама вернулась.